родился в семье крестьянина. В 1945 году переехал в Клайпеду, а в 1955 году в Швекшне. Участвовал в школьной самодеятельности, был исключен из 9 класса за хулиганство. Работал плотником в Клайпеде, отслужив срочную службу в рядах советской армии. Поступил на юридический факультет Вильнюсского университета. Дебютировал в кино в 1961 году в эпизоде фильма «Когда сливаются реки», обучаясь на третий курсе университета. Был приглашен режиссером В. Жилакевичусом на роль Йонаса в знаменитый фильм «Никто не хотел умирать», сделавший его популярным, переведясь на заочное отделение университета, которое закончил в 1969 году. Начал активно сниматься, в том числе за рубежом. С 1969 года актер литовской киностудии. Яркий представитель литовской школы. В 1976-1978 году учился на высших курсах сценаристов и режиссеров при Госкино СССР в Москве. После чего был приглашен своим сокурсником, главным режиссером КДТ, Йонасом Вайткусом на работу в Каунасском драматическом театре. До 1988 года сыграл ряд серьезных театральных ролей. Режиссерская карьера Ю. Будрайтиса не сложилась после фактического провала его дебютного фильма «Город птиц» 1982 по рассказу Юрия Олеши с 1996 по 2011 год. Атташе по культуре посольства Литвы в России. Министр-советник посольства, продолжает активно сниматься в отечественных и российских телесериалах.